пятница, ближе к вечеру. Как вы, Александр? Отлично. Как настроение у вас? Настроение замечательное. Едем на открытие сезона. Что у нас по температуре? Минус 8. И закончился мывайка. Ну ладно. А мывайка нам не нужна. Ночью обещает минус 17. А мы сегодня, ребята, собираемся попробовать. Ну как попробовать? Будем, как старые добрые времена, наши добрые палатки. Трамп-рок 3В2. Да-да, обычная экспедиционная палатка. Ну, кто-то скажет, осенняя, летняя. Разве двух любителей рыбной ловли это может остановить? Я думаю, нет. Вот. Ну, а в целом, вообще, сегодня, какое у нас число? У нас сегодня 12 января 2024 года. И планируем, кстати, на озере отметить Старый Новый Год. Хорошо. А подарочки вы взяли? А как же? Под елочку. А как же? Ух, нифига колея. О-о-о. Тут надо, наверное, немножко назад. Короче, застряли мы. Первый раз такое. Ну, что делать? Поднимаем домкратом. Подкладываем елочку. Надо вырваться на колею. Ну, что же делать? Нам туда, но еще рановато. Вот такая рыбалка с приключениями. Николай, как думаешь, пойдет? Ну, замечательно. Ах. Ну что ж, бывает. Ладно. Выйду, потом включусь. Ну что? Ну почти одна осталась. Дно не закрепил. Сейчас. Ну что, все, держи. Так, куда вход будет? Ну смотри, у нас два входа. Давай. Ну, давай, кстати, поднимай. Картошечка. Жареная с лучком, с колбаской. Азиатская кухня, однако, Николай. Mm-hmm. Просто быстро. Так что всем, кто сейчас смотрит это видео, заварите себе вкусный крепкий чай или кофе. И всем приятного аппетита, да? Глаза слезятся от лука. Николай, ты заставил меня плакать. Ты ужасный человек. Посмотри на меня. Не поделаешь. Ох. Ох, ребята, всем доброе утро. Короче, проспали мы все, что можно. На часах 9:56. Все, что нельзя, проспали. Будем пить кофе. Короче, это вода. Покажи, Николай, воду. Ну, кажется, был небольшой морозик. А у нас сколько у нас палатки? Температура, конечно, в палатке опустилась. Ну-ка. О, Сашка, снимаю. Сейчас. 2,4 градуса. Но все же это не минус. Но я думаю, на улице будет градусов 15. Заноза валится. Будем ставить чайничек и пить кофеек. Да? И пойдем рыбку ловить. Так что... Не переключайтесь и ждите наш огромный улов. Ну, если он, конечно, будет. О, кошмар, что происходит? Медведь! Так. Олег, с этой стороны. Заходи, да, с этой стороны. Чья берлога здесь стоит на территории чужой, а?
Кто это? Дед Мороз? Дед Снежурочка. Здорово. Леха, здорово. Вот это вот, вот я понимаю, утро. А ну-ка покажись. Тут, ох, тут парит-то. А что вы тут делаете? Парит. А мы тут, как грелка, Карлсон плюшками балуемся. Что вы тут делаете-то? Я другой балуюсь. Залазь. Не, я тут. Ну вот. Субботнее утро. Приехал начальник. Алексей. Дал нам все в работы. Ну, если честно, мы так ждали этого начальника. Да, шикарное, шикарное утро, солнышко. И уже столько времени не были на рыбалке, и вот, вот оно, да, Алексей? Открыться. Как вам, Алексей? Ну, блядь, Саня стоит, вот чай пью, а вот, на это покажи. Нормальное явление. Что у нас за бортом? Фокусируй немножко. Ребята, купаться пойдем сегодня? Да. 19.3. 19.3, да. А в палатке бы какой-никакой все-таки был плюс. Я с утра еще проснулся. С утра проснулся, что-то холодно. Думаю, ну да, 6 градусов, выстудили палатку, а бы что, да? Угу. А здесь минус 20, елки-палки. Только 6 градусов в палатке было? Ну. Минус? Плюс? Не, плюс 6. Плюс 6 было. Плюс 6, а за бортом минус 19. Ну, как бы, а палатка-то однослойная. Солнышко, а? Солнышко, солнышко, в субботнее утро, да? Где-то там тянет лесу огромный щупак. Но это мы узнаем чуть позже. Да, да, да. Погода вообще шикарная. Ладно, прекращай. Потом. Я даже не помню, как им пользоваться уже даже. Что, не помнишь, как пользоваться? Да, а что это такое? Как его? Ребята, будем ставить флажки. Как он работает, а? Это называется штука коловрат. Берешь и крутишь по часовой стрелке. Нет. Не так. Не так, какой лед, кстати, покажи. Ну что, сколько сантиметров? Сейчас посмотрим. Так. Щука, Лёха. Щука села. Щука села. Лёха, что это за фигня? Бур застрял. Ты серьезно? Ну сколько сантиметров? Кстати, такая вот красота. Такое замечательное место. Погода просто топ. Да, ребятки, открытие сезона легендарное. Сейчас уже немножко потеплело, 16 градусов. Сколько? Смотри, лед вот. Ну, не то, что по сути много, но ну, уже нормально, как бы... Нормально, уже 25-30. На танке не проедешь, но на велосипеде можно. Ай, красота. Восхитительно. Ну что, будем ставить первый флажочек. Потом переключусь и покажу, что будет дальше. Короче, ребята, поймали первую щучку, маленькую, ну, такую с полкило, и, короче, решили подари себе жизнь. Покажи, Лех. Ну, полкилошка такая, давай, в воду ее, давай быстрее, не морозь. Опа. Ну все, щучка, давай, зови маму и папу. Да. Ну что, первая щука сезона? Да. Ну нет. Что? Отпускаем ее. И отпускаем ее на удачу. Конечно. Кто-то сказал бы, да посоли, да хорошо, да пусть живет. Возьмем еще другую. Ну что, мерь глубину. Погода обалденная, сейчас буду мерить глубину. Да, ребятки, ну прерываемся. Что-нибудь будет, еще покажем. Вжух, и мы перемещаемся вот в такую вот снова палатку. Будем сейчас кушать. Сделали такую быструю пищу, колбаска вместе с яичком. Вот. Леха жонглирует яблоком. Ну-ка, раз, два. Ну, короче, одну щуку подержали. В руках отпустили. Ну, в принципе, рыбалка идет. Не знаю, прогноз, какой прогноз? Погода меняется. Может быть, рыбы мы и не увидим. Но все же надеемся. Но если что-то будет, конечно же. Хотелось бы запечатлеть такой момент. На открытии сезона. Ну, а сейчас будем кушать.
и пойдем ловить живца. Все, давай. Ну что, ребята, прикольно? Нормально. Ну? Будем проводить старый Новый годик. Ну а что? А чего бы и нет. Ну? Не рубя елку, природу сохраняем и Новый год встречаем. И кому-то подними, возможно, настроение в этом году. Да. Да, Алексей? Да. Ах, замечательно. Наш вечерний ужин такой. Шашлычок. Бедрышки, да? Да. Неплохо. Сколько же температура, кстати, у нас? 27,5 градусов. А на улице сколько за бортом? 2. Сколько? 15,2 минус. Да? Давай-ка покажем, где. Секундочку. Минус 15,2. Ну, очень даже таки неплохо, хочу я сказать. Раскладушка, спальник. И спаться будет как дома, да? Даже теплее. Ну, будем перекусывать. А чуть позже распалим костерок. Проверяли жерлицы, ничего не клюет. Перепад давления, похоже. Как думаете, завтра будет что-нибудь? Ну хоть одна. Ну, будем надеяться.
Ну, ребята, давайте как бы поднимем эти ружки и выпьем. За что мы выпьем? За веснушки. За веснушки. Вообще, давайте, как говорится, отметим старый Новый год, нашу встречу, открытие сезона. Вот, что я хочу сказать вам. Спасибо вам, ребята, за то, что вы есть в моей жизни, каждому по отдельности, по-своему. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, как говорится, семейного благополучия. Все-таки у каждого из вас есть семья, жены. Как бы ни было, да. Вот. Всех благ, в общем, как говорится, в новом году. Чтобы была удача присутствовала, деньги. И чтобы наши рыбалки были, ну, ничуть не хуже. Хотя, когда они были хуже-то? Чтоб они прогрессировали. Да. Трофеев вам в этом году. Может быть, даже завтра поймаем трофей-то. Давайте, все. Хороших слов. Короче, всем доброе утро. Проснулись мы, тоже в 10 часу. Ну, заварили кофейку. Не знаю. Поклевок пока не было. Ну, скоро будем сматывать жерлицы. И посмотрим. Ну, погода меняется с плюса на минус. И снова на плюс, короче. Не пойми, что с давлением атмосферным. Может быть, ребята, уедем и с нулем. Ну, а вообще, в целом, конечно, провели время замечательно. Время на рыбалку летит незаметно. Что тут говорить, уже два дня, считай, как и не было, да? Угу. Вот. Ну да ладно, будет еще рыба. Хотя еще, кто его знает, еще может сегодня что-то еще и подснимем. Если что-то будет, обязательно сниму. А пока будем пить кофе. Ну, в общем, закончилась наша рыбалка. К сожалению, щук больше не было. Пойдем мы живца отпустим, который остался, карасиков. Ну ничего, главное ведь это не рыба, а время, проведенное с друзьями. Пообщались, вкусно покушали, поговорили на злободневные темы. Потому что сказать, поймаем в следующий раз. В жизни так всегда, то густо, то пусто. Как говорится, пускай это будет самая большая проблема, что рыбу не словили. Ну вот красота же, солнышко светит, умеренный морозик. Что тут скажешь, такие моменты хочется жить. В общем, всех благ вам и вашим близким. Берегите себя, и все будет хорошо. Самое главное — это люди в жизни. Их надо ценить, беречь, те, кто рядом. Что? Печенье буду. Но сейчас не об этом. Можешь, Николай, кому-нибудь привет передать? Ну, конечно. Всем нашим подписчикам будущим, если они будут. Сашка обещал канал сделать на днях, то раньше. Как тебе вообще в целом отдых? Ну, шикарно. Ну, рыба не клюет. Отдыху рыбки, если бы еще был бы бонусик. Да, Александру здоровье передаем. Да. Потому что, ну... Всякое в жизни бывает. Может, куда-нибудь с нами на рыбалку съездить.